Ірина Пліткіна – лікар. Медичний стаж 30 років. Працювала неонатологом, педіатром. Зараз головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1. Доброго ранку. Дозвольте, я представлю нашій студії Ірина Пліткіна, лікар-педіатр, лікар-неонатолог, стаж 30 років, зараз головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, тема завжди актуальна, да? Сезонні захворювання. От хочу вас запитати, зараз вже настала ця хвиля захворювань, чи не пізно робити вакцину і яка зараз ситуація? Потім будемо розбиратися більш детальніше. Ну вот, как всегда, в сентябрь месяц, когда дети идут в школу, да. Сразу начинается в школу, в детский сад, да, и это время как раз переходное, когда есть вот периоды понижения температуры. Угу. Для нас они, получается, вообще для нашего региона очень чувствительные, потому что было 35-40 и даже 20 градусов понижения сразу на 15-20 градусов температуры на улице. Это температурный стресс. И вот на этот стресс, как правило, дети и взрослые реагируют подъемом вирусной заболеваемости. Так, кажу, що це проблема нашого міста Миколаєва. Оці перепади. Та навіть вранку, да, вранці йдеш холодно, в обід йдеш, да, роздягаєшся, жарко. Так. Ну, поэтому для того, чтобы легко переносить вот этот температурный стресс, каждый человек должен быть к нему готов, и ребенок тоже. Здесь ничего как бы не будет нового, но сказать, что должно быть закаливание. То есть ребенка надо приучать вот к этим температурным стрессам, и когда идет понижение температуры, не стараться сразу, ну, и самим одеться, и ребенка одеть тепло, потому что все равно у детей и теплоотдача больше, они, когда их одевают сразу в теплые вещи, они потеют, и вот потом они охлаждаются, сидят, организм получает температурный стресс, а вирусы, они, в принципе, вот как были, так они и есть, и просто в этот период наш организм больше подвержен за счет температурного стресса на улице, атмосферного температурного стресса, он подвержен заболеваниям. Но на сегодняшний день, да, больше вот как-то с середины сентября идет подъем вирусной заболеваемости, но он естественен. Родители, как правило, знают, как на это реагировать. Мы зараз вот, про це поговорим, як реагувати. Поэтому, в общем-то, это естественно. И, ну, на сегодняшний день уже пошел на спад вот этот подъем. Он где-то отмечался недели две назад. Угу. Так, ну, ще ж будуть оці такі качелі, да, будуть, да. Іще так. От щодо з ваших заклик, що не треба, можна я скажу народною мовою, напугувати дітей. Як ми, оце, знаєте, любимо таку капусту робити, цього не варто. Да, і це правда, що краще хай дитина трішки підмерзне, ніж якщо вона спотіє. Так? Совершенно заклик точно, до всіх, да, матусь, що я, да, не був. Не бойтесь, якщо у ребенка холодні руки, холодний нос, це нормально. У нього йде хороший теплообмін, і це нормальна реакція на температурну, перепади температури. Це закалювання таке, так? Тепер щодо вірусів і ГРВІ. От є такі діти, яких постійно нежить, болить горло, кашель. Ми можемо говорити про те, що це симптоми ГРВІ? Чи це нормально? Ось одна матуся мені буквально вчора каже, у мого нежить щоденно. От про що це говорить? Як з цим бути? Ну, ще треба відрізняти від алергічних. Від, да, угу. Тому що в цьому році як-то вот эта сезонна алергія, вона затягнулася, і у людей, склонних к аллергическим ринитам, они чаще будут и болеть вирусными заболеваниями, mm-hmm. потому что у них слизистая более, ну, более ранима. Но любой насморк – это не повод пить таблетки, а достаточно промывать слизистую носа и правильно питаться, пить много чаев, кушать много фруктов для того, чтобы быстро справиться вот, с этими ринитами. То есть не треба бити до аптеки, ой, ліки, ой, антибіотики, ой, да. І все, не варто цього робити. Самі найпоширеніші види вірусів. От зараз дуже популярна там ротовірусна інфекція, тільки чуєш, якась там іще ентеровірусна. От давай трішки зупинимось на цьому. Що не грипом єдиним, як то кажуть, так? Ну, грип – це заболівання, вот оно більше позднє. И оно вызывается сугубо вирусами гриппа именно. От него прививаются. Почему? Потому что это тяжелое вирусное заболевание. А вот все остальные вирусы, их более 300. И, в общем-то, ребенок, почему он часто болеет? Потому что у него нет еще иммунитета к вот этим всем вирусам. Это могут быть... Чем они отличаются, эти вирусы? Они
поражают, ну, в нашем организме имеют разную локализацию. Одни поражают больше слизистую носа, другие желудочно-кишечный тракт. Mm-hmm. Поэтому вот они отличаются и будет отличаться клиника. Но все вирусные заболевания, они практически в рекомендациях своих не лечатся. Достаточно пить, достаточно симптоматической терапии, то есть жаропонижающие дать вовремя, mm-hmm. если у человека высокая температура. И опять правильно питаться. В этот момент не надо детей, ну и взрослым, кушать много белковой пищи. Да, начинают поить бульончиками. Слушайте, ну так, це ж правда, це ж всі бабусі. Начинают поить молоком. Так. А когда температура... Вершкового маслочка. А когда температура, то да, наш организм плохо это усваивает. То есть питье больше растительной еды, каши, и ну вот этот промежуток 3-4 дня, когда есть температура, это нормально, не надо этого бояться. В общем-то, надо оставить mm-hmm. ребенка дома, выпоить его правильно, помыть слизистые физиологическим раствором. Для этого ну не обязательно даже покупать вот эти солевые растворы, достаточно самому приготовить, потому что у каждого есть дома соль, а еще лучше морская пищевая соль, и сделать неполную чайную ложку на так. стакан воды и слизистые промывать, полной пипеткой промывать нос, пополоскать горло, выпоиться хорошо, и все вирусные заболевания, вся простуда, как говорится, уйдет. Ребенок должен протемпературить 3-4 дня. Это не должно пугать маму. Не треба на сполох бити. Это нормально, да. Не надо принимать, но надо давать организму, чтобы температура поднялась. Но продолжительность температуры у детей не должна быть больше 3-4 часов, потому что детский организм, он быстрее истощается, поэтому обязательно надо дать жаропонижающее. Я вас перебью, а якщо вона раптово підіймається, не 37-37, а одразу 39 за одну чи дві години, ну, як бути тут? Теж має посоветовать, бути? Можна позвонити врачу, угу. Надо посоветоваться з врачом, коли температура висока, или коли на фоні вот этой високої температури ребенок став вялим, йому очень плохо, тогда надо обращаться к врачу. Если ребенок даже такую высокую температуру переносит адекватно, то есть есть арсенал, ну, у каждого в семье есть жаропонижающие препараты, я их не буду называть, ну, вот, так. они угу. подбираются индивидуально, но у каждого в семье эти препараты должны быть, вот как для взрослых мы имеем, угу. там анальгин мы пользуемся, да, парацетамол, ну, это так, золотой так. стандарт, вот так и для ребенка обязательно должны быть это аптечка mm-hmm. неотложной помощи до того, как ребенок заболел. Не тогда бежать так, в аптеку, не, когда да, уже ребенку плохо. И не бояться правильно дать жаропонижающее и опять обеспечить хорошее питье. И за 3-4 часа температура приходит угу. в норму. Ірина, наостанок ще хотіла запитати, от якщо зі школи зрозуміло, а от з дитячим садочком ситуація плачевна. Кажуть, мій тиждень відходив і все. От ми казали, профілактика закалювання, здорове харчування. Що ще? Хтось там оксаліновою мазю під носиком мастить, хтось там чесник кладе у кишеню. От а ваші поради. Особливо для дітей, я замітила, це то, как дети адаптируются к детскому саду. Угу. Дети, которые не хотят ходить в сад, которые с утра плачут, они чаще болеют однозначно, чем те дети, которые пошли в сад с удовольствием. Угу. Вот почему-то так. Стресс, вот детский стресс, это тоже одна из причин того, что дети чаще болеют вирусными заболеваниями. Они выздоравливают более длительно. Дети, которые пошли, вот, ну, смотрю, и двухлетки так. ходят, маму спрашиваю, как ходит с удовольствием, болеет редко. Тот, кто бесконечно плачет, тот болеет чаще. Поэтому, кроме закаливания, нормальное здорового питания обязательно должна быть и эмоционально вот у ребенка такая положительный настрой на детское учреждение. Если он есть,
то тогда эти дети болеют однозначно меньше. Ну и хочу еще сказать так. о том, что впереди, да, эпидемия гриппа, и я рекомендую всем привиться от гриппа, потому что вакцины уже поступили в аптеку. Вакцина есть, да? Да, они уже есть у нас в городе Николаеве. Можно ее купить в термоконтейнере, прийти к своему доктору и привиться, потому что, ну, уже за свои 20 лет вот опыта именно вакцинации от гриппа 100% убеждена, и мои пациенты убеждены в том, что ежегодная вакцинация, она помогает не болеть гриппом, и кроме того, отмечено 100%, что дети однозначно меньше болеют вирусными заболеваниями. Поэтому не бойтесь, прививайтесь, все вакцины хорошие, импортные, да, и они доступны. Дякую вам, Ірина Миколаївна Пліткіна, лікар-педіатр зі стажем 30 років. От, знаєте, по-новому про старе. Знаєте, не кутайте, не давайте бульйон, не давайте вершкове масло, дослухайтеся, перегляньте ще нашу розмову в мережі Facebook, на YouTube. Я вам дякую, гарного продовження дня, аж легше трішечки стало.